В общем, друзья, мне стало мало, что я один сюда ходил на крематорий. Я стал водить сюда друзей теперь. Нет, ему просто, сука, одному было страшно. Нет, нормально, я же туда был. Вот сейчас. Сейчас. Идет. Да. Сейчас надо заснимем. Идет выхлоп. Ветер не на нашу сторону, но. Ну ты понял, можно. Сейчас он может и на нашу подует. Иди коптиться, я туда точно не хочу. Ну да. Если подует, то хуй с ним, а так коптится. Я туда вниз заходил. А там вот закопчено. Там закопчено, и из этой трубы валит дым. Я вниз зашел, там замок. Так что, как в духовке, когда что там подгорело. Мясное, да? Такое, да. Да. Лучше пусть так пахнет, чем когда хмельнее. Ну, это вообще уже не слышно. Это на воздухе, кстати, а там в земле в 8 раз дольше идет разложение. Да. Хрен его знает. Я думаю, людям уже похеру, как там это все. Мы там не выйдем. Так это все получается здесь под нами? Под нами, нет, не под нами, с другой стороны под нами идет коридор. Вот в ту белую вот шнягу. Короче, конкретно вот так вот. То есть это оттуда заводят? Да, от печки туда идет под низом коридор. И все это... О, я вижу вытяжку там. Главное клещей тут не насобирать. Это не вытяжка, это втяжка. Вижу тропинка тут. Бля, воняет. Сука, воняет. Еще и с каким-то так уксусным запахом. Сюда воздух типа всасывается. По любасу. Я так полагаю, это засос воздуха ну, идет. Да, если оно там так с такой силой выдувает, конечно. Значит здесь всасывается. Да, приточная вытяжная вентиляция. Да, но мы этого не слышим. Ну похуй. Что, погнали на кладбище? Да, туда, куда изначально. Вот, запахло. Да, вот тут вот. Такими как жареными палеными волосами. Кстати, да, а волосы и. Ну там хитин же, понял? Да, 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 такое. Волосы, кости, они там не, ну, похожи. Кальций. Да. Горячий кальций. Да. Или как, я не знаю, жука, когда палишь лупой. Да, вот да, что-то да, такое. Да. Конечно, я этого не делал. Никогда. Конечно, никогда не палил жуков лупой. Да. Нормально.